День красоты подарили сегодня мамам особенных детей. Помогли новгородским волонтерам в этом участники клуба «Добряков». А на призыв устроить праздник откликнулись визажисты, парикмахеры и фотографы. Подробности расскажет Татьяна Баркова. В гримерке в руках визажистов и парикмахеров сегодня не модели и не медийные личности, а простые мамы, которые воспитывают солнечных детей. Сегодня Вера Удянская и Мария Григорьева передали заботу о дочках в надежные руки и могут посвятить время себе. Такое случается крайне редко. Навести красоту, ну это вот первый раз вот такое. Это так, чтобы заняться собой, ну это для меня это вообще какой-то праздник. Ты видишь все эти вот преображения, которые девушки делают, и ты преображаешься, ты видишь, что ты не просто там замотанная жизнью мама, а вот в тебе есть какая-то даже красота. Из повседневности мамы особенных детей, можно сказать, перенеслись в волшебный мир, где сегодня все только для них. 2 часа у зеркала, и прекрасные дамы готовы к профессиональной фотосессии. В обычной жизни я практически не крашусь, хожу в комфортной, удобной одежде. И вот сегодня я чувствую себя буквально королевой, потому что девочки, участницы проекта, сделали что-то невероятное. Правда, я никогда себя так не чувствовала. Такая перезагрузка помогает психологически и может скрасить порой очень непростые будни родителей и детей с синдромом Дауна. День красоты – это один из проектов московского клуба «Добряков», который объединяет мам особенных малышей. У нас такой праздник проходит впервые, однако нашлось немало добровольцев. Визажисты, парикмахеры, дизайнер, фотограф и вообще вся команда, которая создавала для женщин идеальный день, делала это на добровольной основе. Когда ребенок здоровый, с ним непросто, а когда ребенок особенный, с ним вдвойне непросто. Каждая мама, которая особенно впервые стала мамой, она чувствует, насколько ей необходимо время для восполнения ресурса, свое время. Потому что дети, они занимают очень много времени, отнимают очень много энергии. И чтобы эта энергия была на ребенка, необходимо иметь источники для этого. И эти источники могут дать неравнодушные люди, которые своими силами организовывают праздники и просто поддерживают. Все родители детей с отклонениями в развитии могут обратиться за помощью на сайте клуба «Добряков». Специалисты бесплатно окажут юридическую и психологическую помощь. Татьяна Баркова, Михаил Серов, новости Новгородской областной телевидения.